Вот время такое пошло, а? Вот, вот смотрите, никто за так ничего не сделает. Ни свои, ни чужие. Все только выгоду ищут. А? Вот хорошо у меня с женой в этом плане. Все нормально. Зинуля, Зинуля, пошли-ка, Зинуля. Руки, 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 руки. Что это? То это 200 рублей. Как это? Так это. Деньги вперед. Сколько лет бесплатно? Про бесплатно забудь. Сейчас не за жизнь пошла. Да? Сейчас за что не возьмись, все дорого. А тут, говорят, еще подскочат цены на энергоносители. Ну, в нашем бюджете на это финансы не предусмотрены. Руки, 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 руки. И потом, мы свои. Где есть свои, там могут оказаться и чужие. Какие чужие, а? Вот где эти чужие? Какие чужие? А, я понял, ты пошутила. Шутки в сторону, деньги вперед. А может мне уйти, а? Ну взять так, развернуться и с гордо поднятой головой, хлопнув дверью, уйти, а? Иди! Да. Тебя за рогат никто не держит. За какие рога? Это у кого рога? Это что, у меня рога? Ах, у меня рога. Ладно, ладно, я тебе запомню. Рога, вот. Обиделся. Отвернулся. Руки. Чего руки? Чего руки? 340. Чего 340? Долларов. Че ты в долларах-то? Когда вещь-то рублевая? А потому и в долларах, что рубль постоянно падает. Коль, 50 рублей, Коль. 300 долларов. Коль, 50 рублей, тьфу. 200 долларов. Коль, 50 рублей, Коля. 100 долларов. 50 рублей, Коля. Согласен. Стоп, поздно, пора вставать. Тьфу ты, вот. Ну что, сразу не согласился-то, а? Ну, боялся продешевить. Коль, а еще раз сбрыкнешь, и еще раз цены на энергоносители подскочат, вообще можешь остаться инвалидом. Понял? Вот так. Зинуля, пошли, Зинуля, да что ты такой?